Ну вот еще один китайский мем. Недавно ураганом по всему миру пронесся мем с говорящим бобром, который явно произносит какую-то важную мотивирующую речь. Суть в том, что никто не понимает слов бобра, но при этом интонация и жестикуляция персонажа дает сил и энергии для того, чтобы не сдаться и продолжить борьбу. Сам момент был взят из анимации студии BTCS Animation, который был опубликован в ноябре 2022 года. Сценка не придумана с нуля, и да, к сожалению, это не мультфильм. Просто студия промышляет тем, что реанимирует эпизоды из популярных фильмов. Что же касается этого момента, он был позаимствован из фильма «Светлое будущее» 1986 года. В этом фильме повествуется история двух братьев, влиятельного мафиози и полицейского инспектора. Ну и конечно же я вас не оставлю без перевода эпизода. Но я так больше не могу. Думаешь, хорошо быть нищим? 3 года. Я ждал этот шанс. Я не хочу доказывать, что я лучший. Я просто хочу взять то, что у меня забрали. С вами был Мемпросвет. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал и телегу. Пока.